остров Тенерифе. Ты там не застрял? Иди лес! Да. Посмотри! Не надо разлапни. Ничего себе. Сегодня мы плывем на подводной лодке. Смотри, уже на 6 метров глубину. Видишь? Смотри, обалдеть, да? Когда нам поднесут? Когда нам уже поднесут? Смотри, 6. Ой, как красиво. Обалдеть. Блю. Смотри, мы уже на 6-6 метров. На 7 метров на глубине мы уже, прикинь? На 7? Да. Через сколько метров мы подключимся? На 30 на глубине. Стулья, она врезалась. Верно, утонула, смотри, какая. Яхта была красивая, плавала. Плавают рядом с ним. Да. Сейчас будут плавать. Нет, не океан. Да, 30 метров практически на глубине. Как не рыбки тут плавают? Да, помнишь, мы ту рыбку видели в магазине? Помнишь, там далеко? Скат! Смотри, какой красивый. Огромный.
Ой, сколько их? А, не плывут. Вот, к нам приплыли. Смотри, какие красивые. Со скатами играют. И рот я видел. Ого, я видел его рот скат. Ты видел позу его скат? Смотри, все рыбки за ними плывут. Посмотри, какой длинный вот он. Ого! Мама, это рыба? И куда? Вот, смотри. Смотри, он его гладит, смотри. Ой, еще ой, один бум. Еще один бум. Ой, еще куча. Они его приплывают. Они его нападают. Хочет еще один. Хочет еще, еще. Еще, еще, еще. А у мамы. Помогите мне! Помогите! Пап, смотри, какой. Еще один! Пап. Маленький, ой, смотри, как классно! Нравится тебе? Да. Ваши впечатления супер, Алекс? Да! Пап, мерси, не буду! Вот у вас! Ай! Они скат! Два их, смотри, они хотят его съесть! Нет, хотят. Они за ним плывут. Еще, еще. А другие обязаны маску обязаны. Еще. Это вообще огромный, это человек большой. Тут они вообще не остаются. И рыбки маленькие за ними все плавают. А мы тоже хотим посмотреть, мы тоже хотим посмотреть. Еще мы хотим. Еще он тут маленький баб приплыл. Правда? Смотри, какой. Ой, еще. Дядька водолаз. Ну, Маша ему. Маша ему. Дай пять ему. Дай пять. Вау. Классно, да? И рот видно его. Да. И они огромные. Несусь рисунок. Ну, маленький, который. Волосатый. Ты смотри, тигровый скат на тигровый. Да. Уже не видели других?